Масштабный спортивный праздник собрал сотрудников органов внутренних дел Брестской области вместе с членами их семей на стадионе «Локомотив». Ведь это хороший повод не только принять участие в спортивных эстафетах, а еще и в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, друзьями и провести время с родными. Мы за здоровый образ жизни, и вот это замечательное мероприятие с нашими коллегами, мы хотим принять участие, разделить радость вот этого праздника вместе с ними. А также приобщаем детей к нормальному, здоровому, активному образу жизни и к чувству коллективизма. Так как участие принимают непосредственно руководители подразделений, это большой пример для сотрудников, для подчиненных, что не только службы мы едины, но еще и занятием физической культурой, спортом. И в целом эти мероприятия сплачивают наши коллективы и дают нам бодрость духа и оптимизм. За звание самых быстрых, метких и ловких на территории стадиона боролись брестские милиционеры. Сразу было заметно, что на площадке царил олимпийский дух, а в сердце каждого из участников проникал спортивный азарт и эмоции. Всем желаю ярких эмоций, хороших, красивых побед и, самое главное, спортивного духа. Ну а мы с вами храним традиции брестской милиции! 16 команд были готовы к старту состязанию в различных видах спорта. Это и командная эстафета, перетягивание каната, армрестлинг, пробивание пенальти, даже езда на велосипеде. Упорство и командный дух спортсменов, мастерство сотрудников и новые спортивные рекорды. Именно эти четыре составляющие не давали участникам сдаваться, как бы не было тяжело. Долго ждали мы этой спартакиады, так как в прошлом году немножко не хватило нам выйти на пьедестал, поэтому в этом году мы долго ждали, очень настроены на победу. Но показал первый наш заезд, первый номер, что все-таки мы будем бороться и будем добиваться победы. На спартакиаде руководящего состава органов внутренних дел Брестской области были поставлены новые рекорды и взяты новые спортивные вершины. Ну а самое главное, каждый участник получил колоссальный заряд энергии, здоровья и бодрости. Но все же в любом состязании есть победитель. На этот раз в спартакиаде победу одержала сборная Пинского и Ивановского РОВД.